В течение месяца сотрудники полиции задерживали граждан, которые выходили из злополучной квартиры. Их отправляли на медицинскую экспертизу, которая показывала, что гости принимали наркотики. У одного из задержанных полицейские изъяли маковую солому. После сбора доказательств стражи порядка нагрянули к хозяину с обыском. Но тот был пьян и открывать дверь отказался. Оперативники были вынуждены позвать на помощь сотрудников МЧС. В притоне нашли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств, а также их остатки. Владелец жилья признался, что сдавал квартиру в обмен на алкоголь. Сам он никогда наркотики не употреблял. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.